О, ё-моё, смотри, что у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас два босса, да ну нафиг. Как так, два босса? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, как же вас уничтожить? Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда-плей, мы продолжаем играть в игру Grow Castle. Так, и что у нас получается? Батл, идем воевать. Мы можем еще что-то покупать было, ну ладно. Нам нужно улучшать замок свой. Нам нужно улучшать еще кучу чего интересного. Слушай, а мы не выбрали, значит, чтобы... Это у нас воительственная такая вот получается команда. А нам нужно, где мы будем зарабатывать бабки. Потому что мы сейчас зарабатываем бабки, по идее. Сейчас быстренько пройдем. Я поставлю, чтобы ребят уж это самое... Так, все, смотри. Мы меняем раскладку. Вот. Это у нас получается раскладка. Это у нас боевая раскладка. Это раскладка для зарабатывания денег. Так, вот этот штуку, трофей, давай мы его апнем, чтобы больше. Во, максимально. Мы его максимально раскрутили. Так, хорошо. А что у нас еще? Дерево есть. А дерево? Во, мы его сейчас раскрутим. Офигеть, я все деньги потратил, что в натуре, реально? Офигеть. Ладно, хпшку буду поднимать. Поднимать денежки. Так, а вот эту штуку? Где она? Вот это вот, да? Давай я тоже увеличим. Ах, 16 тысяч не хватает. Ладно, мы сейчас тогда идем воевать. Так, это я что-то тут добавил. Не знаю, что. Потратил алмазики. Скорость. Понятно, ладно. Сейчас посмотрим. Так, а вот этот чувак, что делает с топором? Кто помнит? Так, что у нас тут получается? Ага. Сейчас победим. Посмотрим, сколько денег заработали. Надо улучшать замок. Я сейчас хочу замок улучшить. Как раз у нас сейчас будут деньги для этого. О, ё-моё, смотри, что у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас два босса, да ну нафиг. Как так, два босса? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как же вас уничтожить? Все, уничтожили. Отлично. Я даже не ожидал, что два босса будут. Так, а нам сейчас нужно улучшать замок. А, всего лишь. Так мало. Ладно. Поехали тогда. Сейчас посмотрим, сколько нам чувак этот принесет денег. 10 тысяч. Всего лишь 10 тысяч денежек. Это не очень немного. 10 тысяч. Ну, а мы продолжаем увеличивать себе хпшку. А также увеличиваем себе деньги. О, это чья? Это же плохая, да? Здесь плохиши идут с этого. С этой штуки. А, да, какие-то тролли появились, прикинь. Офигеть, вонючие тролли. Так, это босяра, да? Босяра пришел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ё-моё, бьет. А, нет, победили, Виктори. Офигеть. Чуть-чуть мы не проиграли. Офигеть. Так, а сюда можно, что алтарь? Алтарь вот этот купить. Так, нам нужно еще чего-то там добавить. Ладно. А вот это вот можем добавить? Нет, не можем. Хорошо. Так, вот этих чуваки, вот эти у меня стоят. Это который нам деньги приносит? Апнуть. А, ну давай его улучшим. Блин. Максимум его улучшили. Хорошо. Поехали дальше. Так, бонус. Бонус золота. О, вау-вау-вау. Бонус золота, это очень хорошо. Слушай, я это буду почаще покупать. Я даже, наверное, максимум буду покупать. Мне главное, конечно, выиграть, потому что вот эти тролли появились новые. Это не очень хорошо. Ё-моё, смотри. Тяжелее стало намного. Летят всякие вот эти вот динозавры. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, хпшечка как моя тратится. Из-за вот этих троллей новых. Да... К сожалению, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, босс. Босс пришел. Еще один, два босса сразу, да ну нафиг. Как же мне вас уничтожить, гады. Гады. Кто-нибудь. А, все, погиб. Погиб, ничего не заработал. Так, а что здесь у нас? Давай дамадж улучшим. Апнем его. Во.
Мощность наша. Хорошо. Так, а что у нас здесь? А где дракон у нас? Вот так, это не... Нет, это не дракон. Где же дракон-то? Давай улучшим замок наш. Вот так. Понемножечку, по чуть-чуть. Так, зайдем на карту. Да, мы, получается, 10 тысяч нам приходит. Это очень мало. Улучшить мы не можем. Ага. 280 мы не сможем завоевать его, к сожалению. А здесь, в принципе, больше так... И взять-то нечего. Ё-моё. Вот, 130. Давай вот это все, мелочевку всю завоюем, которая вот небольшая. Мы это можем спокойно сделать. Так, что у нас здесь? О, надо подождать немножечко. Так, воины мои, давайте уничтожайте. Так, была бы еще третья скорость, было бы вообще замечательно. Да. Так, лучники. Так, ну сейчас будет этот, как его, господи. Босс, босс идет, вот. А, тут два босса даже. Ёлки-палки, давайте. Все, уничтожили боссов. А, взяли какую-то книгу. Книгу волшебства. Так, давайте сразу возьмем вот такую каточку. И попробуем что-нибудь такое небольшое взять. А что у нас здесь есть небольшое? 310, это много мы не потянем. 280? Ну давай попробуем 280. Сможем или нет, не знаю точно. Тут в конце будет босс или нет, я не помню. Вот этого момента. Будет или не будет босса, вот я не знаю. Так. Ну, в принципе... В принципе, может быть и победим, не знаю, не могу сказать. Главное, чтобы у нас много слишком вот этих вот бандитов до нас не подходило. Может быть и завоюем. Так. Потихонечку. Понемножечку. Так. Так, вроде бы получается, да, мне уничтожить его? Давай. Во! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Что происходит? Где какая-то толпа выбежала? Ё-моё, сейчас меня уничтожат все-таки. Все, да. Не получилось выиграть, к сожалению. Давайте улучшим наших лучников. Так, сделали улучшение. Вот это нужно руку улучшать тоже. Сколько? 17 тысяч стоит. Во. Так, все, денег нету. 18 тысяч. Ну ладно, давай этот, сразимся сейчас. Ой, хорошо, хорошо. Сейчас мы должны, в принципе, победить спокойно. Давай, еще и денег много заработаем. Да, здесь прям война так война. Если мы в таком духе будем играть, то не знаю, выиграем мы или нет. Так, ну сейчас, я не знаю, будет босс или нет. Возможно, будет. А может быть и не будет. Еще что-то у меня вот эти, они не особо сильные, конечно. Надо вот этих девчонок прокачивать, по-другому ну никак. Да, босс, два босса вонючих пришло. Ё-моё! Два вонючих босса. Они могут меня убить. Конечно, убили. Ничего не заработал. Так, давай, знаешь, это защиту прокачаем. Все, прокачали мы защиту с вами, ребята. Так, катка. Первая катка, это у нас добыча. А как узнать, кто сильнее у меня? Эти ребята или эти? А, ну давай с этими попробуем. С этими попробуем сейчас. Сможем выиграть мы или нет? Так, сейчас проверим. Кто сильней? Надо прокачивать там замок. По-другому никак. Да. Ой, птички, смотри. Птички не справляются. Ага. Сейчас босс выйдет, да? Я так понимаю. А где босс? Почему босс не вышел? Типа через раз выходит босс. Так, улучшили одного лучника. А, можно еще одного улучшить. Да, двоих лучников мы улучшили. Так, давай.
Бонус золота будет у нас. Так, в принципе, неплохо, неплохо. Видишь, если бы не было троллей, вот этих троллей повыскакивали, тогда было бы легче намного. А так, с троллями это вообще жесть, конечно. Так, смотрим. Оп, эти птички, блин, прилетели, ё-моё. Надо быстро их гасить как-то. Как-то гасить, не знаю как. Так, ну так неплохо, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой, боссы пришли, это вообще плохо, ребята. Не знаю. Наверное, я не справлюсь, слушай, как, к сожалению. Нет. Все, уничтожили меня. Ну что ж, дорогие друзья, будем, наверное, заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.